По существующим нормативам Примавтодор обязан расчистить все сельские дороги через 72 часа после выпадения осадков. Техника активно работала и во время снегопада, но ситуацию осложнял сильный ветер, из-за которого многие дороги заметало по-новому. За прошедшие сутки Примавтодору удалось пробиться в Пуциловку, Улитовку, Раковку, Богатырку, Боголюбовку, Леневичи, Заречное, Горнотаежное, Алексей Никольское, Корсаковку и Крауновку. Но пока еще отрезаны от цивилизации три населенных пункта – Монакино, Коршевка и Никола-Львовская. Сейчас дорожники стараются повсеместно восстановить автомобильное движение. В самих селах на помощь Примавтодору пришел МУБОС. Муниципальное предприятие чистит дороги в Борисовке, Воздвиженке, Горнотаежном и Заречном. В те села, куда невозможно добраться на обычном транспорте, продукты и лекарства доставляют с помощью специальной техники. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.